2011 году на базе факультета ВМК создан Институт вычислительной математики и информационных технологий. В этом году он празднует свой 6-й день рождения. По этому поводу в КФУ по инициативе студентов прошел цикл игр «100 к 1». Институт вычислительной математики и информационных технологий отмечает свой день рождения. В 2011 году он был создан приказом ректора. Первый этап игры состоялся 12 мая, а уже 17 мая в мраморном зале 2-го учебного корпуса прошел финал игры. Мы проводим саму игру не только как в развлекательных целях, но и немного в образовательных целях. По ходу игры мы будем указывать некоторые факты, рассказывать, например, что сейчас в КФУ идет год Лобачевского, об этом упоминать. Это наша финальная игра, у нас была отборочная игра. В ней мы у гуманитарных институтов спрашивали главную составляющую компьютера. В финале игры участие приняли 4 команды, одна из которых – это профессорско-преподавательский состав ВМИТа. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.